Прием, прием. Здорово всем, с вами Хилл Хёртс. И сегодня мы с вами поиграем в мод для Dark Souls 2, который называется Tales of Dranglik. В общем-то, сказки Дранглика. На самом деле это просто восхитительно. Давайте мы поудаляем неуместных для нас персонажей. Так, удалим. Я прям буквально 3 секунды побегал. Поглядеть, что это такое, как-то и куда. Я думаю, нормально. Давайте новую игру. Создадим какого-нибудь красавчика, хотя не будем красавчика создавать. Давайте посмотрим, начальную заставку поменяли или нет. Нет, не поменяли. Я долго держался в завязке, чтобы не играть Dark Souls. И я проиграл. Ну что ж. Вначале ничего нового. Мы пару видосов, один хотя бы запишем, посмотрим, насколько здесь много нового, и от этого уже будем плясать. Я знаю, что многим не нравятся Dark Souls'ы. Многим они уже надоели, но только не мне. Здесь вроде бы все как и всегда. Я буквально до Маджулы хотел дойти, но мне не дали, потому что уже на таком раннем этапе у нас будут изменения. К Огру мы сейчас, наверное, сходим в гости. Я даже не знаю, за кого мы будем играть. Я бы, наверное, за волшебника поиграл. Хотя я не знаю, что тут в изменениях. Может быть, просто давайте какого-нибудь... Тут, по-моему, класса новые, если не ошибаюсь. Сейчас проверим. Так, как меня зовут? Меня зовут... Давайте, не знаю. Как любим? Аутсайдер. Так, хорошо. Теперь мышкой хорошо надо нажать. Да, это мы. Да, имя мы помним. Это великолепно. Поехали, класс. У нас, смотрите, есть воин. Новое оружие. Сет дерзости, по-моему, в оригинале не было. Рыцарь, по-моему, как в первом Dark Souls. Мечник, по-моему, дефолтный. Разбойник тоже, слушайте, как из первого DS-а. Клирик. Не хочу клирика. Колдун, самый дефолтный карт. Колдун, странник. Странник вот в сете Тесселдора начинает. Либо за нищего. Я бы на самом деле начал за... Ну, это, наверное, слишком просто, воин. Давайте тогда за нищего начнем. Максимально сложно. Дар я возьму нечто окаменевшее, ну и я думаю, нормально. Не будем ему визуальный стиль менять. Так, за такого чемпиона-красавчика мы начинаем. Он настолько слаб, что даже не может пуху в двух руках держать, но это уже прямо залет. Я думаю, нам определенно нужно пытаться убивать огра. Ой, до чего же музыка ласкает струны души? Тупо нету слов. По-моему, я снова не в ту сторону вышел, ну да, ничего страшного, бывает. Зажигаем костер. Попробуем огра завалить. Врать не буду. В Dark Souls играл давно. Помню все плохо. Будем вспоминать вместе с вами. Вместе с нами. Глядишь, что-то интересное да выйдет. Дядя, ты куда? Тут же еще где-то ништяк был, я пропустил его. Совсем уже старый стал, ничего не помню. За эти всякие гладкие камешки мы будем получать ништяки. Я прям, как в первый раз, даже очкую, думаю, что огр меня одолеет. Сколько силы требуется на дубинку? 12, ничего себе. Так, уважаемый мистер Огр, я пришел тебя натянуть. Какие тут долгие фреймы перекатов, но урон хороший. Главное не попасться на рывок. Остальное мелочи. Визуально я попал. Падать будет. Давай, братишка. Теперь раз, два. Не надо жадничать, но я пожадничал. Повезло. Вот эта атака визуально, как будто он что-то кидает, согласитесь, персонажа. Можно было бы его забудить, но я, наверное, не буду. Самое главное, чтобы не было китков в мою сторону. Бросков. Остальное все мелочи, я думаю, одолеем. Можно немножко пообузить, сильную атаку, бах по горбу старому. Можно просто отойти, я буду сильными бить, а не профитнее. Как он меня успел задамажить-то? Этот огр играет не по правилам. Вы серьезно сейчас? Он вообще даже близко не попадал. Какая же грязь тут с воротами. Добиваю. Да. Насколько я забыл... Как играть в DS2? Тут настолько с запасом нужно уворачиваться, что просто безумие. Ну и, в-третьих, наверное, не стоило брать голову персонажа. Самая главная ошибка.
Даже не знаю, отдохнем, наверное. И здесь мы по-любому будем поджигать. Хотя, какой смысл поджигать? Просто здесь смотрите, в чем фишка. Попадаем, получается, в Междумирье. Можем идти сюда, можем идти туда, ну то есть все как всегда. И вот там, чтобы вы понимали, стоит статуя, которая преграждает путь. Вот, это уже интересно, это что-то новенькое. Давайте все потихоньку, помаленьку проходить. Давайте начнем с этой. Просто если я буду использовать факел, я не смогу оружие в двух руках носить, я тупо не смогу дамажить. Что, в общем-то, отстой. Первым делом найдем какой-нибудь ухо и вкачаем силу, чтобы можно было носить оружие. Здесь придется прыжок совершать. Нормально. Герметическое пламя, огненный шар. Такого тут раньше не лежало точно. Трава лежала, а вот то, что шар лежит, это приятно. Пиромантом я, наверное, не буду становиться. Обойдемся без этих заклинаний огня. Здесь у нас атака в падении может быть произведена. Блин, как же нужно адаптивность качать персонажу. Я бы сказал, на все бабки. Здесь красное око лежало, все верно. Было бы круто, если бы авторы модов предметы для кооператива для онлайна переделывали как-то на свой лад. Мне кажется, это была бы здравая тема. Но не вот это вот все. Так, здесь у нас ничего нет, мы просто можем поджечь. По-моему, в шкалере, если ты подожжешь, что-то прикольное произойдет, не помню что. Дубинка, кстати, довольно крепкая. Ну, в плане прочности. И это определенно плюс. Так, дружище, давай по одному. Не надо тут начинать возню. Уже заблудился, не поверите. Здесь Андерсон в кустах стоит. Я, наверное, даже кинжал возьму. Хотя, не факт. Блин, ну начало никак не переделано. Я немножко расстроен. Можно было бы постараться и дефолтную локацию переделать. Ибо какой в этом всем смысл? Можно, в принципе, действительно кинжал взять. И зажигать все эти штуки. Будет очень неловко, если мне придется зажигать все жаровни. Я искренне надеюсь, что задумка не в этом. Ну а там поглядим. Так, очень неприятно, но куда деваться. Как будто здесь ништяк лежал, но, видимо, обман зрения. Все жду, когда же мне дадут забытую ветвь былого, дабы я мог в Маджулу пройти. Но не дают. Так, дропаем это, выкинуть. Выкинуть. Получаем кусок титанита, приятно, и... Ну, такое на самом деле. Я бы сказал, того не стоило. Стоп, а тут же ништяк был. Сворвали ништяк, вы сейчас серьезно? Ну, как говорится, за ништяк и двор стреляю в упор. Давайте тогда здесь пройдем еще. Сюда я очень редко хожу. Пацаны. Ой, тут двое, неожиданно. Странно, кому-то экстра урон в голове, кому-то очень мало урона. От чего зависит, непонятно. Всегда пугало это бревно. И я не про свою бывшую, ну да ладно. Шутки за 300 оставим. Ой-ой. Вот это, конечно, подстава. Так, пацаны, а немного ли вас? Может, я вас бэкстабну? Не получится. Это должна была быть атака в прыжке, то есть вот такая. Но почему-то она не сработала. Всякие ништяки. Внезапно пришлось прерваться, за что прошу извиниться. Я у себя, у вас, да. Погнали дальше. Второго огра врать не буду, бить не хочу. Потому что он сам меня побьет. Хм, подождите, а как тут пройти? Неужели придется двух огров валить?
Блин, вообще бы не хотелось. Ну, походу, реально придется. Потому что вески мне не дали, это раз. Альтернативно я, конечно, могу, как и сказал, взять сюда кинжал в руку. Слушайте, а можно ли пламенем зажечь? Она же должна как-то? Не, она вообще не хочет поджигать. Странно. Значит, поджигание в других частях. То есть, сейчас я не знаю, что мне нужно сделать. Я, наверное, возьму, зажгу факел. Быстро пробегусь по вот всему этому. Подожгу все, что есть. И буду надеяться, что мне дадут ароматную ветвь былого. Если это не сработает, нам придется бить огра. Даже, блин, двух огров. В начале игры это очень тяжело. Ну, типа, ладно, были бы пухи хотя бы. А у меня же ни расходников, ничего вообще нет. Просто я точно помню, это в дополнении Solar of the First Sin какая-то роль была отведена этим факелом начальным. Но, к сожалению, совершенно не помню, какая именно. И это нам с вами и предстоит выяснить. У меня самая последняя, по-моему, версия модификации. Здесь много всего пофикшено, изменено. Так что, надеюсь, будет интересно. Наверное, не та кнопка. Вот так, да. Вдруг кто-нибудь остался. Ну, вроде бы мы всю локацию зачистили. Виживших же быть не должно. Так что в целом все норм. Здесь надо будет упасть на серединку, вроде бы, да. Дамага, конечно, получается. Овер дофига, ну да ладно. Плюс мне всегда хотелось все жаровни здесь зажечь. Наконец-то я исполню старое свое желание. Такая комната огромная. Как-то я не замечал никогда. Придется еще в любом случае самоцвет тратить целый. Этого бы тоже не хотелось, но, блин, куда деваться. Главное ничего не упустить. Если я на голову кому-то падал. Давайте похилимся, пока не поздно. Не помню, была тут жаровня. Давайте проверим. Нет. Конечно, в темнице кто кому жаровню поставит. Глупо было так предполагать даже. Так. На самом деле было бы лучше сразу факел взять. Но это опаснее. Я бы сказал, куда опаснее. Красота, красота. Я даже там был, нифига себе. Блин, я с ограми не хочу драться. Дядя, ты шо? Нормально же общались. Так, с этой стороны жаровень нет. Значит, двигаем дальше. Или там фантом какой-то должен вторгнуться. Может быть, он вторгнется и за него ветку дадут. Не знаю, честно. Я вроде Fuck You почитал, но там ничего интересного на эту тему написано не было. Вот здесь одна жаровня. Вон там одна жаровня. У огров, по-моему, нет жаровень. Да, но здесь пипяка сутулый. Там пипяка сутулый. Он зачем-то пытается... А, слушайте, вон там, походу. Вон, смотрите, лут какой-то лежит. То есть я фигней занимался, да? Не попал. Да, блин. На самом деле все оказалось гораздо проще, чем я думал. Я занимался фигней. Ну, тем не менее, мы это уже сделали. В следующий раз фигней заниматься не будем. Обидно, обидно. С огром я точно не буду сейчас драться, ибо это лишено всяческого смысла. Ну и плюс сейчас мы финальную зажжем и посмотрим, что произойдет. Это 100% финальная жаровня. И не произошло ровным счетом ничего. А жаль. Так, используем последнюю ароматную, ну, первую последнюю ароматную ветвь. Так, гасим, наверное, факел. Че его тратить? И я на самом деле сейчас пойду в Маджулу и попробую сделать телепортацию. Для того, чтобы проверить Междумирье. Появится ли там какой-нибудь непись или же нет. Ну и отправимся, наверное, в лес гигантов, чтобы смотреть, какие изменения ждут нас здесь. Потому что, по моему опыту, любые фанатские модификации в первую очередь затрагивают, ну, начальные локации. Дальше потом, ну, короче, грубо говоря, чем дальше, тем меньше изменений.
Здесь мои любимые звуки маджула. Просто любимейшие. Сразу будем все ништяки по возможности забирать. Ух, повезло. Хорошо, что я в детстве в школу паркура ходил и умею отменять перекаты после падения. Иначе было бы неловко. На самом деле, чувствительность правого соска надо, наверное, убрать. Слишком он чувствительный у меня. На джойстике. Одним глазком давайте все сразу. О, смотрите, я уже вижу там рыцаря. Тут этот мужик сидит, это по дефолту было. Рыцаря Катаринского, видите? А я вижу. Этот стол меня победил. Ты серьезно? Подожди. Бессмертный стул, понятно. Давно, как говорится, не виделись, братан. Тут у нас вроде ничего интересного, сразу маджулу все обойду. По часовой или против часовой, я не очень разбираюсь во времени. К своему сожалению и стыду. Угу, кости нам пригодятся. Разве тут что-то другое лежало? Здесь ништяк был, точно помню. Можно было подойти и нечаянно к кошке поговорить. А почему-то он даже не хочет... Он вроде как да, но вроде как нет. Странно, с ним невозможно взаимодействовать. С тобой? С этими неписями можно говорить. Это говорит нам о том, что мод встал правильно, и просто этот непись, видимо, не хочет с нами разговаривать. Либо его как-то, возможно, банально не декодировали. Странно. Проверю, конечно, вдруг сюда войти можно. Нет, все как и раньше. Самое главное не согреть свинок. И вроде бы мне это... Ой-ой-ой. Так. Первые изменения. Поглощает души вместо владельца кольца. Это кольцо именно из дополнения, оно для того, чтобы не повышать soul memory. Память душ. Но с Фулкуарой, я думаю, не буду разговаривать. Возможно, я немножко переврал ее имя, но тем не менее. Точно помню, еще вон там ништяк был. Вот либо здесь, либо сверху. Здесь. Отлично, огромное количество душ, мы можем уже, в принципе, нехило так прокачаться. Я думаю, мы этим и займемся. Так, поехали к вестнице. Изумрудный или не очень. Здесь, по-моему, еще ништяк где-то был. Либо я уже забыл. Ладно, не суть, пойдемте, скорее всего. В лес гигантов. Нет, это не я. Я просто Chosen Undead. Мне, пожалуйста, левелап. Я не помню, сколько нам надо, ну как минимум восьмерочку, по восьмерочке, а остальное давайте вот в другие параметры, звучит как план. Возможно, в этот раз я попробую с рапирой играть, потому что мне в комментариях написали то, что у рапиры ультимативнейшие контрудары, и в принципе с этим чего 4 эстуса, и с этим я в принципе не могу не согласиться. Так что да, звучит как план. Надо было бы посидеть отдохнуть, но мы не будем. Потому что мы жесткие. В New Game Plus этот сундук мимик. Но, как говорится, только не здесь. Так, Цестус. Возможно, кстати, я никогда с ними не ходил. Он причем какой-то окровавленный, безумнейший. А давайте попробуем с Цестусом. Им вроде бы парировать можно. Урон у него вроде бы имеется. 45. Хотя позорный урон. Ну да ладно. Самая большая беда у этого оружия, что надо близко подходить. Понятное дело, никто не любит подходить близко. Слушайте, а мог бы я, интересно, в стойку силовую встать? Мне кажется, нет. Так. Там у нас ничего. Здесь у нас вроде бы были фигурки. Лут могли бы и поменять. Давайте будем честны. Здесь где-то, помню, сутулый встанет.
Смешной урон. Но урона лучше у меня нет. К сожалению. Так что придется, не знаю, покупать, наверное, ключи у кузнеца и что-то у него выбирать. Ну, пуху получше. Странно, здесь в Solar of the First Sin были огры, это прям 100%. Насколько я знаю, здесь будут боссы немножко изменены. Потому что на странице мода это было отражено. Да, костер на костре и костром погоняет. Ладно. Братан, я тут это, у костра хотел посидеть. А ты такую грязь делаешь. Некрасиво с его стороны, ну да ладно. Мы забьем на эти мелочи и просто двинемся дальше. Слушайте, вот это, по-моему, не было. Какой в этом весь прикол? Угу. Зажать хотели меня. Но меня так просто не зажать. А сам знаешь ли, кого хочешь, сожму. Давайте забайтим, чтобы полечиться. Просто с правого хука ему. Ну-а. Пока что, по скромным ощущениям, попроще сделали, чем в оригинале. Не знаю даже, если так мало изменений будет, ну и смысл типа этот мод пробовать, правильно? Сам не верю, что говорю это. Ну, хотелось бы больше изменений. По-моему, самый топовый мод по изменениям — это Ogre of Darkness. Если я не ошибаюсь. Так, лог-цель у нас сошел с ума. Все в лучших традициях. Ну да ладно. Давайте по периметру обойдем этих ребят, победим. Ну, по горбу. А до силовой атакой бить она куда более профитная. Могу прям сразу? Жаль, было бы круто. Если бы, не давая встать, я бы уже мог наносить урон. Ой, я застрял. И какое долгое парирование. Даже в PvP толком не воспользуешься. Вот я на самом деле даже думаю о сломанном мече, чтобы использовать его. Лог цели просто с ума сошел. Он берет абсолютно кого угодно, но только не того, кто мне нужен. Хейда, даже не знаю, смогу ли я его одолеть. Не буду лишний раз быковать. Красавчики полезут. Давай мы, на. На, пес. Ни хрена, он меня победил. Одним ударом ноги показал, что он тут босс этого уровня. Братан, того не стоило, я думаю. Отдыхай, как говорится, присаживайся. Блин, Джонни, где мои изменения? Или нужно серьезно дальше пройти? Подожди там внизу, пожалуйста. Короткий меч, это уже хорошо. Могу ли я его прямо сейчас использовать? Блин, ловкости не хватает. Ну, в следующий раз. У костра посидим, и я думаю, смогу. Так, где пес? Далеко убежал. Ну что ты можешь? Так, ребята, вы будете вставать? Вы уже не встаете, видимо. Либо, может, вообще Хейда попробовать одолеть. Не, парирование явно не мой конек. Хотя, смотри, получилось. Так, может быть, мы возьмем что-то метательное и развалим Хейду лицо? Братишка, ты не против? Я тебе немножко... Блин, вот это зря. Пэкнуть бы рыцаря Хейда. Жаль. Пощадил два раза. Это ж смешно, брат. Подожди, не бей меня. Не, братишка, я тебя никогда не убью. Ой, ну нафиг. Он убедил меня, что я не прав. Тут же нету фреймов неуязвимости, я забыл. Совсем забыл.
Ты же сюда не пойдешь? Он пойдет сюда. Какой отстой, господа. Просто полнейшая фиаско. Я очень надеюсь, что он ушел. Он не ушел. Он не ушел. Текай, сила. Да ну брось. Так, у нас все пошло не по плану. Максимально не по плану. Плуты, что творят собаки, а? Так, Хьюстон, все очень плохо. Нам срочно нужен маневр обмана. Ой, красиво прямо. Просто полетел. Так, ясно, тот застрял, хорошо. Ладно, мод интересный, убедили. Открывай, пожалуйста, скорее, они же могут подниматься. Быстрее. Маджулу. Фух. Так, делаем ловкость. Берем меч, потому что с Цестусом просто невозможно обращаться никак. У меня, по крайней мере, не получается. Так, давай десятку ловкости. И все. И на этом пока что наше полномочие все. Нам сейчас нужно будет порядочно назад пройти. Попробовать одолеть Хейда, хотя я сомневаюсь, что это вообще возможно. Так, ну нормально, попробуем. За длинным мечом даже не знаю, есть смысл идти. Даже и не уверен. К этой мы пока не пойдем. Ну, пока что нечего у нее покупать. Ой, так он еще тыкательный. Даже и не помню. Даже, наверное, никогда не играл коротким мечом. От этого даже не знаю, какой у него мувсет. Блин. Должно было получиться. Ну и кто тут ниндзя-петушки? Мне кажется, я. Не хочу хвастаться, но это было круто. Все пошло вообще не по плану. Как он нанес урон, пес? Слушайте, какой удобный мувсет, он еще и колет, и разит, вообще пушка. Там ништяк всегда лежал, сейчас его нужно проветрить. Ну, проведать. Баклер, все как всегда. Там с этими ребятами мы не договорили. Так, парировать можно, ну просто на всякий случай. Вдруг нам пригодится. Ну, здесь двоих поставили, ага, понятно. Как говорится, изменения достойные модификации. Все как мы любим. Ну, колющий урон вполне себе. Братишки, я только с другой стороны немножко, вы не против? А вам, я смотрю, вообще пофигу. Так. И еще двое. Пачаны, хорош. Вообще даже за большим мечом не хочу идти реально огненно. Потому что я каждый раз беру его. Возможно, он вам уже приелся. Так что, быть может, мы просто до гиганта попробуем дойти. Как вам такой план? Да, и посмотрите, как мало прочности у меча. И это просто смешно. Давайте, наверное, действительно попробуем до гиганта дойти. Даже не знаю, есть смысл отдыхать. Наверх пока не пойду. И нижнюю часть пока не буду исследовать. Это очень большой урон. Ну, тем сложнее будет. Возможно, я так и задумывал. Кто знает. Так, осторожно. Мужчина здесь очень узко. Хорошо. Пока ничего нового интересного не дали. Туда нам вряд ли дадут пройти. Поэтому мы пойдем сразу туда, куда нужно. Разве... Потом сходим, ладно. Вставай, нагнулся тут. Полуторный меч, отлично. Ого, вот это нововведение. Ты только посмотри, теперь я уже не знаю, куда идти. Серьезно, они через низ соединили? Ну, они автор мода. Блин.
Врать не буду, мне бы факел, господа. У меня как бы очень мало шансов тут пройти. Ничего себе у них хп. Это волнительно. По-моему, еще кто-то справа собрался. То есть слева сзади, да. Очень приятная тыкающая атака. Надо бы почаще ее пользоваться. Тут сейчас еще будет дохрена, это я помню. 3-4. Текаем сила. Застрял, застрял. Такими максимально размашистыми ударами попробую обоих отодвинуть. Ну, получилось, но не очень. Ну, дело даже сделано. Можете не поверить. Да факел-то есть, но у меня... Или у меня есть чем разжечь? Нет, к сожалению, нет. Что, с другой стороны, было бы неплохо сбегать за факелом. Ну, в следующий раз тогда. Там сейчас черепахи будут, так с ними неохота драться. Проверю, действительно будут или нет. Не, черепаху брали. Одну оставили, я где-то помню, их тут аж три было. Даже думаю, мне с ней драться нет смысла. Тут точно был полуторный меч, я помню. Да. Нехорошо сюда было бы заходить. Но я зашел. Очень смешной урон, драться больше не буду. Это лишено всяческого смысла. Блин, какая-то настройка сложности тут отбитая. Не в мою пользу все. Пацаны, давай туда. Блин, все-таки в спину попал. Псы сутулые. Наструливают. Да, вот где эти пипяки. Не буду с ними драться. Смысла я не вижу. Так, сейчас главное обмануть. Совершаю обман. Обман совершен. Едите, вас тут сколько вообще? 3 миллиона? Тут титаниты надо брать. Нет, титаниты подставили меня. Должны быть титаниты. У меня вообще есть шанс тут пройти? Походу нет. Блин, черепахи сошли с ума. Просто что творят? Здесь броня моя. Будет чем срамоту прикрыть хотя бы. Быстрее, быстрее, давай. Красиво. Этого мы, наверное, победим. Смотри, секретный проход. Первый раз его вижу. Ой-ой-ой. Так, а если я запрыгиваю? Отлично, я сейчас как ниндзя сделаю. Не та кнопка! Вот это я, конечно, с ума сошел. Ну, anyway, я всех переиграл. Считаю себя молодцом. Я, наверное, отдохну у костра. Давай, давай, скорее садись. Да как так-то? Придется драться. Явно будет не в мою. Но я буду драться до конца. Как чемпион. Очень мало места, жаль. Ну, как говорится, не свезло, не фартануло, но второй раз должно быть лучше. Наверное, даже надо колотушку поставить. Потому что вы сами видели, что вот этих больших мужчин мы тупо не пробиваем. Как по мне, это не очень приятно. Хорошо, что туда не улетели, было бы очень неловко. Ну да ладно. Так, здесь еще один петушило сидит. Вы знаете, я, наверное, и с ним, наверное, сейчас не справлюсь, наверное. Потому что, ну, он меня надерет, жопу мою. Там мы вроде все забрали. Тогда пойдемте наверх. Вроде бы звучит как план. Ох, то есть мне теперь заново восходить туда. Я еще и отсюда мог. Необычно. Может, можно пройти? Так, 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 ай. Не, нельзя прыгнуть. Жаль, жаль, знаете. Хотелось, чтобы было можно. Я думал, вторым ударом ему голову ссеку, но не ссек. Дружище, я уже с другой стороны. Что ты заблудился, мальчик мой? Давайте, пока никто не видит, убежим нафиг. И весьма необычный левель дизайн. В партере стоит.
ты смотри, сколько их много. Да хорош, пацаны. Я, конечно, все понимаю, но, по-моему, вас дофига. Давай по одному. А там уже снизу на меня бегут, вы видите? Ребята занервничали. Готовые драться. Даже не знаю, но пойдемте сюда. Едите, их тут лежит. Просто тьма тмущая. Пацаны, ну нафиг. Что-то так уверенно бежит, я прям не могу. Прям стресс испытываю. Да, получается, и эту часть надо полностью исследовать. Здесь много всего интересного, сами знаете. Пытался в воздухе, но не попал. Если бы попал, было бы круто. Так, пацаны, давай по одному. Хорошо. Уверенно так шел. А в конце сдался. Хорошо, перила высокие, они промахиваются. Готово, стамины хватило. Не, лок цели здесь очень злую шутку играет, прям очень. Везет красиво, дружище, тогда ты бэкстап получаешь. Или не получаешь, ибо управление криво. Так, мы можем спуститься где-то здесь. Полагаю, здесь. И только здесь, да. Фига он точный. И какие-то у меня экстра длинные кувырки. Прям согласитесь, как будто я на три локации вперед прыгаю. Немножко осколков. Так, ну, видимо, придется делать еще один кружок. Собрать все ништяки, интересующие нас. Возможно, упасть даже в эту башню. В теории. Чтобы залутать все, что можно. Ну, чтобы потом сюда не возвращаться. Это в идеале, знаете ли. Тут вроде бы эта лестница была. С этой стороны ничего. Я думал, успею пробежать, но потом очканул. Лучше перебдеть. Тут человек... Да, кстати, надо же использовать. А чё мы как не человек? Давно пора. Здесь у нас ничего нового. Сейчас мы тогда клич залутаем. Хотя бы картографа не тронули. Так, братан, давай, дела. Делать. Да-да-да, все как ты любишь. Ну и вроде бы все. В следующий раз мы встретимся с ним уже в другом месте. Надеюсь, в лучшем. Кстати, не замечал то, что во втором DS как-то саунд, ну, эмбиента особо нет. На самом деле грустно. Мне получается еще раз круга дать. Спрыгнуть вниз, вверх. Ну ладно, сейчас делаем. Главное все провернуть хорошо. Неизвестно, что сверху. Я думаю, преследователь будет лютейшим. А тут разве не... Тихо-тихо-тихо. Разве не было противника? Надо запомнить то, что это место вообще не стоит того, чтобы лутаться. Ради факела я потратил кучу хпшек. Вот стой. Так, ну мы тогда просто вверх идем. Если здесь будут черепашки, у меня на них есть колотушка. А он идет бабахнуть все, по-моему. Он не очень умный, это я помню. А что с перекатами, братан? С перекатами явно что-то нездоровое произошло. Вот здесь вот, если боковую атаку забайтить его, он все взорвет. Это я помню. Надо успеть похилиться. Это всяко быстрее его буду. Нормально, я быстрее. Я думал, он попадет. Он обязан был попасть, но мне повезло. Сегодня мы с тобой танцуем. Валяра, иди сюда. Вот бросаться ножами. И вторым попаду. Вот это ты, конечно, петушила. Уж какой ты мудак, братан. Ты и куда стреляешь-то? Господи, а что у него с головой? Видимо, в Dark Souls переиграл. Ну да ладно. Идеальное попадание.
Не, ну я считаю, дело сделано. Нужно отдыхать как можно скорее. Покупать ключ Эмилентии. Пока не поздно, а то знаете, что бывает. Так, подожди. Что это такое? Крылья бабочки? Шляпа. Отравляет врагов поблизости. Мне это нужно. Нет времени объяснять, просто купи. Ключа нет. Все плохо на самом деле. Ну да ладно. Мы уже в любом случае открыли короткую дорогу. Ты же встанешь, псина, я ж тебя знаю. Думаешь, меня так просто переиграть? Поломано. По идее, три удара должны выдержать. Да, отлично. Надо силовую делать. Ну тогда вот так. Ну атака в прыжке, дружище. А, подождите, может она не работает? Сейчас, подожди. Я делаю все как всегда. Не, она видно... Ее, видимо, нет реально. Блин, ну это говно. Должна работать атака в падении. Видимо, нужно было обычными атаками драться. Ну да ладно. Было бы круто, будь это мимиком. Но мимика сюда не положили. А, как говорится, жаль. Так, сейчас бы осторожно сделать. Ну, давай, давай, давай. Очень большая мертвая зона у джойстика. Прям просто жесть. А, яйцами ударился сильно. Ну, бывает. Сейчас я факел возьму. Возьму нормальную пуху. Человеческую. Пойдем посмотрим, что там имеется. Я-то примерно помню, но чтобы вам на видео было поярче. Вдруг что-то новое автор мода решил положить. Топорик можно, кстати, взять вместо пухи. Ну и ничего прям супер нового. Давай, давай, давай. Взяли. Это не должно было так сработать, но сработало, окей. По-моему, раньше не воскрешались. Давайте проверим. Ну, просто чтобы же потом не возвращаться. Хотя, скорее всего, все равно придется возвращаться. Да, это проще оказалось гораздо. Так, сейчас, сейчас я сделаю. Дерьмо дельфина, короче. Да, братан, иди нахер. Что-то разозлился я. Почему вторая атака не попала снизу вверх, которая была? Отстой, отстой, просто отстой, еще прям слов нет. Так, этих можно обмануть, по идее, они даже не упадут, и с ними просто нет смысла драться даже. И у меня ключа камня Фароса нет, что тоже очень хреново. Туда я тоже не пойду, там мне надают по попе. Блин, а зачем я сюда пошел? Меня что, сейчас натянут. Так, главное, чтобы сзади не зажали. А ничего, что я первый нажал атаку, не, ребят? Им плевать, я понял. Вы просто настоящие петушилы. Да ну попустись. Куда ты там хочешь? Вот поэтому я ненавижу рапиры и все из них производные. Бить куда-то целенаправленно просто невозможно. Я думаю, нам в любом случае еще очень много раз эту локацию перепроходить. Поэтому я думаю, что мы немножко, возможно, заспидруним. Так, а этого раньше не было. Это прям 100%. Я нажимал вторую силовую атаку. Она почему-то не засчиталась. И это странно. Сейчас кое-что проверим. Да, там сидит противник. Проткнуто этого тоже. Хорошо. Главное вовремя натянуть. Повезло. Здесь, наверное, подстрахуюсь с самоцветом. Что я знаю, что они злые. У меня такое ощущение, что скорость персонажа немножко ускорена. Слишком мы быстро движемся. 100% сундук был. Видимо, его передвинули. Не знаю, честно, я очень большие надежды на босса возлагаю. Потому что в противном случае в этот мод особо смысла-то и нет играть.
Ой-ой, братан, твою-то мать. Бабахай, дружище. Знаете, я не пойду сюда. Там больно делают. Как бы изменения есть, но они настолько минимальные. Что ж, смешно. Блин, я же забыл тут фреймов нет уязвимости. Так, сколько? Ну, человек 18, не меньше. В общем, приходится по всяким углам переводить дыхание, если я разобрался с этими говнюками. Идемте здесь ништяки заберем. Главное, чтобы он не успел закрыться щитом. Эх, сейчас бы в другую сторону драться. Да, рапиры сосут. Откровенно. Не мое оружие. Так, пожди, дядя. Не бузи. Что-то вообще отстой. Так, ну вроде бы получается. Вроде бы да. Вроде бы типа того. Кто-то спрыгнул сверху. Но это же еще не все, все мы все понимаем. Это еще 500 000 говнюков. У нас ливень хреначит. Просто безумнейший. Здорово. Не против я тут ваши опыты заберу, заперто. Хорошо. Так, сейчас надо с этим разобраться. Их тут двое должно быть. Странно, один стоит. Вы что, сократили, господа? Наверное, короткую дорогу открою. Дабы, как говорится, было. Здесь, по-моему, жук должен быть. Или в других переизданиях. Слушайте, а у колотушки меньше дамага, чем у меча короткого. Интересный факт. Который весьма интересен. Да, первым делом я, наверное, пущу короткий путь. А без нормальной пухи тяжело будет на боссе. Эй, ты шо? Эх, придется с черепашкой драться, с ниндзей. Не люблю я их, но куда деваться. Че, давай раз на раз. А сейчас работает атака в прыжке, че за дела? Главное не делать глупостей. Ну, согласитесь, я думаю, все видели, что я увернулся. Причем очень стильно увернулся. А дальше надо прям прыгать. Ну, кое-как завалили. Преодолели, превозмогли. Че тогда? Идем лут собирать. Давайте на мужика прям. Че-то их дофига. Ладно, давай по одному. Принимаем по очереди. Хорошо, сюда. Этому досталось. Нам она. Пика точеная, длинная. Как мы любим. Есть. Идеально синхронно. Считаю, что вышло довольно стильно. Но вообще, по-хорошему бы пойти у костра все-таки посидеть. И попробовать последнего гиганта одолеть. Думаю, этим мы и займемся сейчас. Плюс я, наверное, даже обмазкой воспользуюсь. У меня их, в принципе, 3. И она не применилась, конечно же. Да, и пока не поздно, я думаю, мы какую-нибудь броньку накинем. Ну, а то что-то как-то совсем... Че, полегче вот так? Во, теперь хоть на мужчину стали похожи. На защищенного мужчину попрошу. 10-11 самоцветов, вообще шикарно, я думаю, все шансы победить. Поехали. Будет ли там кто-то на второй части? Там обычно черепашка жила. Возможно, я не прав. Так, тут нас уже встречают. Стражники, идем с нулевой пухой. Это важно понимать. Слушайте, 10 самоцветов должно, не самоцветов, а знаков призыва должно быть много, но их нет. Так, абсолютно дефолтный босс. У которого очень-очень много хп, я бы сказал.
Это не очень приятно. Давайте помажемся. Отлично намазался. Нифига, в два раза больше урона стало. Так, сейчас бы не отъехать. Не та кнопка, твою мать, ты шо? Совсем что ли дурачок? Дорогущую обмазку просрал. Но это я здорово. Ладно, нужно осторожнее. Я не думал, что это будет та самая атака знаменитая. Еще он уже должен руку себя отрывать. Он не попадал, ты шо? Осуждаю, не попал. Сейчас 100% не попал. Ну, кстати, посложнее он стал. Возможно, действительно более быстрый. Все, руку ломают. Либо я более медленный стал, не знаю. Одно из двух, два из одного. Ого. Найс атака, бро. Главное в попе у него находиться, там он беспомощен. Урона больше стало, как будто. Ты смотри, что творит. Продохнуть не дает. Хорошо, что я хоть какую-то одежку надел. Я думал, он будет двумя ногами топтать. Ну, в принципе, самый дефолтный гигант. Ничего, в общем-то, нового. Не знаю. Я, конечно, немножко больше поиграю, но, блин, я, честно скажу, большего ожидал. И в основном даже расстроен. Хотя к кузнецу не могу до сих пор подойти. Возможно, я не до конца эту локацию исследовал. Ладно. В любом случае, буду рад почитать ваши комментарии, продолжаем или нет, на эту тему. Пока что благодарю всех за просмотр, всем всего хорошего. Счастья и здоровья, не болеть, выздоравливать. Ну и чтобы все у всех всегда было хорошо. Тот даже не согрелся. Хотя должен был. Ну да ладно, в следующей серии, наверное, продолжим, если, конечно, она будет. Надеюсь, что будет. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.